Ингушская трасса. Неделю как разминировали. Святитель Игнатий Мариупольский. Магазин «Эпицентр». Напротив магазина «Эпицентр». Что-то завезли. Люди стоят на остановке, транспорт ждут. Это 23-й микрорайон. Возле Порт-Сити такой импровизированный рынок. Дальше, да, его? Да, напротив метра. Проезжаем рынок Азовский. Говорят, со всего города сюда стягивают машины побитые. Тут что-то строят. Что? Строят на зиму. За стройматериалы машины стоят, а это очередь на заправку. Прямо напротив «Эпицентра». Больница номер 3. Это наш главпочтам был. Впереди драмтеатр. Это банк. Снять фото. Храм Александра Невского. Да.
Снять фото. А что, мы будем выходить где-то? Да, сейчас. Это школа искусств. Оля, твоя школа. Тут училась дочка 4 года. Снять фото. Первоначально вместо драмтеатра был храм здесь. Это фундамент первого храма, который тут был. Детская площадка была. Землей все заложено, люди прятались в подвале. Рядом возле драмтеатра храм Богородицы большой и маленький деревянный храм Александра Невского. Год назад приезжал сын. У меня есть видео на канале, называется «Встреча». Мы этой дорогой ехали обратно домой. Снять фото. Это дорога на центральный рынок. Вот мы видим кусочек центрального рынка. Сюда? Угу. Получили гуманитарную помощь. Сейчас откроем. Бакалея. Тут средства личной гигиены. Хочу всех поздравить с наступающим праздником Пресвятой Троицы, всем мира и добра.